Гитара – это моя первая жена, с которой я расписался. И она всегда со мной в дороге, в жизни. Ну, я пел песни так другие, авторов других. Но однажды я говорю: «Господи, пошли мне песни, чтобы они тревожили душу, что-то раскрыли для души, укрепили ее, обличили ее, чтобы они касались сердец наших, изменяли нашу жизнь». И Господь послал мне песни, и полились у меня множество песен. Я сейчас пою по Киеву везде, всюду. Вот сейчас меня журналисты 19 числа приглашают на общение. Я несу эту песню в народ. Я народный певец. Если выйти на сцену, перестает быть народным певцом. Там уже рестораны, слава, богатство. И народный певец тонет в этой грязи, лицемерии. Народный певец – это тот, который идет по жизни и несет Слово Божие и песни для сердец людей. Потому что сейчас я вас посетил, я не знаю, вы были в том году? Я был у вас здесь. А? Вы это новые, да, приехали? Ага. С разных городов, да? Да благословит вас Бог, чтобы ваши сердца направлены были к свету, к любви. У нас, кроме физического зрения, есть духовное зрение, зрение нашей души. У меня есть друг Камец Подольский, его фамилия Толя Жеребец. Интересный человек. Он играет на всех на разных инструментах: гитара, скрипка, баян, гармошка. И вы знаете, он всегда веселый. Он верит в Господа и идет по жизни также с песней и с добрым словом для людей. Да благословит вас Бог также, чтобы вы несли хорошее в жизни, сеяли добро и будете пожинать также добро. Если мы сеем зерно, то что? Пшеничное. То и зерно будем пожинать 100 крат, кто как. Сейчас я вам спою песню. Вначале у меня есть такая песня «Цель песни». Цель песни – это не просто пощекотать нам уши, чтобы нашим чувствам немножко похорошело, и тогда ушли и снова проблемы, трудности. Цель песни – пробудить нашу душу, утешить ее, укрепить в этой жизненной мире борьбе. Весь мир лежит во зле. Идет великая борьба от падения Адама. Льется кровь. Первое кровопролитие было. Каин убивает брата, как вы знаете, Авеля, да? Это была война. Война двух братьев. И до сегодняшнего времени идет эта война. Война в семьях, война в нашей душе. Мы делаем то, что не желаем. Это идет процесс противодействия внутри нас. И мы падаем, спотыкаемся, плачем, рыдаем. И в этой жизни мало радости, потому что везде кипит зло, ненависть, подлость, продажность. Поэтому я давайте спою песню «Цель песни». Цель песни, чтоб душу поднять в высоту, творенье узреть и Творца красоту, чтоб душеньку нашу свет озарил и свыше талантом Господь одарил. Суете и болезни душа ведь устала, неверность, жестокость ее уж достала. Дай крылья, о Боже, чтоб ей улететь, о блаженстве любви песни там петь, где звезды сияют и светит луна, выпить бокальчик надежды вина и манной небесной венцо закусить. Согласны ли люди, позвольте спросить, и манной небесной венцо закусить. Согласны ли вы, люди, позвольте спросить.
Согласны?